Всем привет, друзья! С вами канал Fox Mulder. О, господи, я не знаю даже, что говорить про эту игру. Начинаем прохождение игры под названием Max Payne 2. Всеми любимый, всеми знакомый Max Payne. У меня именно к этой части, вот ко второй, не к первой, там, не к третьей, вообще не знаю, фуфло, мне кажется, такое. Какие-то теплые вот чувства. Игра 2003 года, далеко в 2003 году. У меня диск с тех времен, кстати, валяется. Единственное, что пришлось скачать программу для того, чтобы сделать ее Full HD разрешением. Но это не суть. Не так страшно. В общем-то, сегодня мы начнем с вами, такую ознакомительную серию проведем, как бы. А дальше будем потихоньку играть вместе с вами. Я очень давно хотел в нее поиграть, если честно, вспомнить, как оно было в то вот время, блядь. Время, как не знаю, золотое время игр, блядь. Вот так, что ли, назвать. И, кстати, по-моему, если не ошибаюсь, это будет самая старая игра у нас на канале, которую мы проходим вместе с вами. Ну, дэндевских игрушек я уж вообще не считаю. Давайте, пожалуй, начнем. Тут будет много пиздежа, по-моему, как мне помнится, поначалу. Я, кстати, не запускал ее даже еще. Ну, поехали. Выбор режима игры. Детективу. А, тут нельзя другие-то, да? Детектива. Часть первая. Тьма внутри. Пролог. Особняк сейчас. Женщины. Они все мертвы. Любовь убивает. Любовь. Что я мог сделать? Прошлое как провал. Сколько ни беги от него, бездна за спиной будет только глубже. Все страшней, все ближе. Выход один. Заглянуть туда. Мы на месте! Повторяю, мы на месте! Словно заглянуть в собственную могилу. Проверить местность! Не стрелять! Словно поцеловать дуло пистолета, где пуля дрожит от желания снести тебе голову. Больница. Сегодня. Чуть раньше. Мы его теряем. Множественные огнестрельные ранения. Зрачки расширены. Травма головы как минимум. Он в шоке. Две больших капельницы и в реанимацию. Быстро! Не реагирует. На нем вообще живого места нет. Мы его теряем. Сегодня я очнулся в больнице и подумал, что хуже быть уже не может. Потом открыл глаза и все вспомнил. Она была мертва. Боль. Мое преступление зияло за спиной черной бездной. Прочь. Бежать. Бежать как можно дальше. Мир рушился, и я бредил. Прочь оттуда. Вот такую заставочку мы с вами послушали. Блять, как, я не знаю, как все домой зашел. Так. Макс Пейн. У этой игрухи, кстати, была очень достойная графика на тот момент. Это, блядь, представьте, 2003 год. Я что-то... Так, что он что-то умеет? А, прыгать он умеет на пробел. А как замедление времени? Я помню, у него был ящик. Ящики, глядите, даже ящики открываются все. Оп, лекарство. Лекарство. На тап? Да, на тап. Блять, помню еще. Замедление времени, как вот делать? Так, это прыжок. А, во! На правую кнопку мыши. Всего-то лишь. Толчок. Самое смешное, блядь, вот 2003 год, блядь. Все активно, блядь. Все работает, блядь. То есть... Бумажки. Да ладно, блядь. Смотрите, даже бумажки рвутся, блядь. Душ включается, блядь.
Вода в кране, все есть, все задействовано в игре. Охренительно. Нам, кстати, я вот как... Я, честно сказать, сюжет-то уж что-то подзабыл. Это в голове у него, по-моему, да, шумит? Ух, блять. Чего ты так боишься? Чего ты от меня хочешь? Любовь. То ли жена вот эта вот, то ли подруга. Я помню, Мона ее зовут, да. А чё ж тут... У меня в голове было пусто. Дырка от пули вместо всех ответов. Возможно, я не хотел ничего знать. Я хотел разбить себе череп и вырвать оттуда боль. А чё ж они тут с ним набедокурили, блядь, вот убей, не помню. Ну, сейчас поиграем, да вспомним. Приходить мы её точно будем, блядь. Вот это зуб даю прям. Потому что я действительно давно хотел её пройти. Пройдём вместе. Кто только родился в то время, вам будет интересно, надеюсь. Поглядеть, во что мы играли. Имеется в виду, во что играли те люди, которые родились в викторианскую эпоху, как я. Бля, что, в ящиках нет ничего, что ли? Сердце? Почему сердце на всех этих самых, на всех плакатах? Аптечки какие-нибудь хоть дайте. Нет ничего, глядите-ка. Телефон. Сотрудница? Ну-ка, как-то погромче можно сделать, интересно? Настройки. Звук. Музыка. Не, музыку нам не надо. Нам надо речь как бы погромче сделать. Но речь на максималках стоит. Ух ты, блядь, тут трупак лежит. Охранник, что ли? Или доктор какой? Нет, наверное... Полиция Нью-Йорка. Не с места. Нашел его. Ох, сейчас им как въебу. Прям в харю, блядь. Вот так нахуй. Со мной будешь шутить. Ху, я себя его отбросил-то, гляди. Чуть ли не на второй этаж. Перезарядочка. Перезарядочка, отлично. Сейчас мы тут шорох наведем. Это террорист, блядь, какой-то нахуй. Ну, сука, дайте аптечку-то еще. А, у меня еще одна есть же. Здесь, так. Тут, во, три аптечки, заебать какие. А вот что-то я пропустил, их вообще даже не видел. Надо заглядывать, значит, в корзинки вот в эти, пойдемте. Возьмем... Так, все, вспомнил. Он же может быть, он может два пистолета с собой таскать и хреначить прямо из двух. Она одна из них. Она здесь, чтобы убить меня. Назад, Пейн. Уинтерсон. А, погодите, а по одному как-то можно их? А, вот, можно, да. Ну, блять. Вот, по одному будем таскаться. Имеется в виду один пистолет. Потому что с двух стрелять у нас патронов, по-моему, не так уж много. Поэкономим пока по началу игры. Будем экономными, рассудительными. Чтобы руками потом, блядь, не драться. А то ведь много-то руками-то не напиздишь, блядь. Сюрджери. Что такое сюрджери, интересно? Это тоже сюрджери. Сюрджери, блядь. Ресепшн, блядь. Вот это ресепшн. А где ресепсионист? О, блядь, сюда зайти можно? На ресепшн-то, блядь. Погожий летний день, капли дождя блестят. Что-то поют птицы, играют дети. Это откуда звучит? О, лифтик как раз подъехал. А, телевизор. Какая-то картина, видимо, интересная идет. Карта, блядь. Карту нам, наверное, не надо.
Думаю. На первый этаж едем. Надо выбраться из больницы, блядь, незаметно. Да. О, блядь, не выбрался она. Джим Бравура. Никуда ты отсюда не уйдешь. Что случилось? Это твоих рук дело. Отдел внутренних расследований дышит мне в затылок. Это ты? Ты убил ее? Нет, я не могу. Ёбаный рот. Кого убил-то я? Я что-то не помню. Я кого-то убил? Блять, он стреляет-то из автомата, из какого-то. УЗИ, что ли, блять? Что? Что, блять? Ну все, пиздец, нах, ебануло, блять. Это моя вина. Мало того, и так. Не убежишь. Будешь сука. Только бегать по кругу. Пистолеты пока упали. Ты упадешь в ту самую пропасть, из которой пытался выбраться. Только на этот раз она будет еще глубже. А тут сохранение есть? Слушайте, есть сохранение, охуенно. Игра сохранена. А F5-чик работает? Прекрасно, F5-чик работает. Слушайте, нам как-то без пистолетов-то хреново ведь будет. Скажу я вам. Ну ладно, что делать-то, блядь, пойдемте. Видимо, по сюжету так задумано. Нам надо... Так, кто это? Я пытался убежать от прошлого, перечеркнуть его. Уинтерсон была мертва, а я стал убийцей. Так это ты ее убил, что ли, блядь? Особняк сейчас. Нет, неправильно. Началось все до больницы. Тогда роковой шаг уже был сделан. Мосты сожжены. И дальше было только хуже. Вспоминать точно, собирать разбитое зеркало. Осколки режут руки, отражение дробится. Сам меняешься. Так можно сойти с ума. Или обрести свободу. Вы там! Бросайте оружие и выходите с поднятыми руками! Вспоминаешь какой-нибудь пустяк. Не пошел сразу домой, заболтался с коллегой и видишь, что это, оказывается, был выбор. Оцепить здание! Перекрыть все выходы! Целуя ее, я думаю, как жесток закон причинности. И где подкрепление? Звони в центральную! Всех, кого можно, сейчас же сюда! Мне страшно, но я снова с самого начала прослеживаю свой путь к месту преступления. Чё, блядь, тут, сука, что-то вообще непонятное, да? Нью-Йорк, прошлой ночи. Я жаждал понести наказание, но Альфред Уоден сдержал слово. Смешно сказать, его трудами я вышел из бойни без потерь. Даже героя. Благодарить было тошно. Я бросил отдел по борьбе с наркотиками. Вернулся на прежнюю работу, в нью-йоркскую полицию. Сообщение о стрельбе на складе. Подтвердите. Принято, еду. Вас поняла. Детектива из отдела убийств туда не звали, но адрес был знакомый. Хозяин склада Владимир Лем. С этим представителем преступного мира мы были давно знакомы. Словно братья по разные стороны баррикад. Так он однажды сказал. Так, я что тут начинаю припоминать? Тут идет как бы повествование в обратном порядке, и все будем вспоминать по ходу игры, блядь. О, Форт Таурус, блядь, судя по всему. Древний, блядь. Дайте подкрепление. Они вооружены, и, возможно, есть заложники. Вас поняла. Подкрепление высылаю. Я иду внутрь. Так, пистолетик есть у нас. Все, бежим внутрь. Беретта 9 миллиметров, удар. Хуеси ты прыгаешь-то, блядь. А куда идти-то на? Тут все закрыто. Ничего, что-то не открывается. В помойке нет ничего.
тоже нет ничего. А, здесь. Хуя себе. Я и на крышу могу запрыгнуть. А, погодите-ка. А куда же нам идти-то? Надеюсь, все на отпадение-то, блядь, не это самое, не падает. Аптечки все мои забрали, козлы. Да вы что, издеваетесь, что ли? Как мне... Куда идти-то? Как же я без аптечек-то? Ну, хотя это, конечно, в прошедшем времени-то было. Я аптечки-то по сюжету взял, как бы только... А, вот. Как бы только на следующий день... Я ничего сделать не мог, поэтому просто следил за дорогой, не глядя в зеркало заднего вида на жертв. Я решал мелкие проблемы, расследовал преступления других людей. Ладно, хоть на русском, блядь. Но она, кстати, это самое. Я вот помню... Сколько я не играл, я несколько как бы вариантов у меня дисков было. Паленые были, блядь, потом лицензионный купил вот этот вот. Он 1С, что ли, блядь, я уже забыл. По-моему, 1С-овский. Навсегда был русский перевод. Я даже, честно сказать, английского-то и не видел нигде. Ты чё, чувак, на телевизор, на телек повелся, блядь. Смотрите, тут главное все задействовано, блядь. Хоп, телевизор ебанули, блядь. Все нормально, блядь. Склад. Сейчас, наверное, тут кто-то будет нападать на нас. Я так предполагаю, блядь. Во всяком случае, смею предположить. Ибо. Склад. Идеальное место. Сука, кто ты? Полиция. Эй, полегче. Я тут просто убираюсь. Все по закону, честное слово. Я работаю на фирму «Чистка до блеска». Ты не слышал сейчас ничего подозрительного? Вроде нет. А, стойте. Вы имеете в виду сверху, из оружейной мастерской? Отведи меня туда, живо. Конечно, если вы так этого хотите. Чё-то ты наебываешь, по-моему, нас. У вас копов работа. Все, что от вас надо, прибыть на место преступления, немного осмотреться, убирать всю грязь, мозги, кишки и дерьмо приходится нам. Я детектив. А, тогда вы понимаете, о чем я. Вам достается всеобщее уважение, а нам что? Точно. О, да, вы понимаете, о чем я. Блин, ты быстрее идти можешь, нет? Понимает, о чем он. Сейчас, наверное, нападет на нас, блядь. После вас, детектив. Или дверь захлопнет за нами. 100 пудов что-то будет. Может, ёбнуть его? Сразу, чтобы... А, детектив, вот кое-что для вас. На, въебало, блядь. Ух ты, там еще кто-то стреляет. Где? Да ты че, блядь? Ух ты, блядь, какой я финт могу делать. Ну-ка сейчас... Преступники переоделись в уборщиков. Ну-ка. Блять, а как у меня так получилось-то? Финт-то, блять, я уже забыл, как делать. Он, по-моему, как-то и прыгать мог в этом режиме. Еще что-то как-то уклоняться от пуль. Прям так вот берет на... Хоба, блядь. А, во. Так, это прыгать у нас. Ну ладно, разберемся по ходу пьесы. В пяточку нажмем. Обязательно. Тут без этого нельзя. Где у нас... Рагнарок? Рагнарок? Отличное, блядь, название. Да. В общем-то, ну-ка, давай нажимай. Тут можно, кстати, действительно с двумя пистолетами ходить. Наверное, патронов будет много. И народу тоже будет много, которого... Где? Которую надо будет пиздить. Где вы, суки? А, вон. Мы пытаемся навести здесь порядок, а эти недоумки весь пол кровью заливают. На, в башку, блядь. Блядь, сука. Как-то я медленно-то... Как-то он быстро прыгает. Вроде медленнее прыгал раньше, когда я играл в те времена. Может, не помню, конечно, уж нихуя. Столько времени прошло. Любой забудет, ну. Сейчас какой год-то, блядь? 17-й? А я играл в него последний раз, наверное, в году 2005-м, 12 лет назад.
А может, даже в четвертом. Дверка. Так, тут типа лестница, погодите, а вот здесь что такое? Да, тут закрыто. Пойдемте, значит, наверх. Стоп, 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 стоп. Вон он стоит, сука. Сейчас мы маленько пробежим. И вот отсюда его шмальнем в башку. Ах ты, сука, не сдох. А где второй? Да ладно, блядь, ты чё, охуел, что ли? Сука, меня поёбали маленько. Так, тут... Это было похоже на оружейный склад, только обчищенный. Оружейный склад? Может быть, мы какой-то автомат возьмем тогда? Себе. Это под какой-то... Водка, блядь. Водка, водка. Отличный, блядь, плакат. Мне бы аптечку какую-нибудь надыбать, хотя бы. Чтоб спокойнее-то было. Телефон. На автоответчике было сообщение. Это Энни Финн. Я не могу подойти, так как собираю разные убийственные штучки. Оставьте сообщение после сигнала. У вас одно новое сообщение. Энни, душка, это Влад. Быть оружием в твоих нежных руках все, о чем может мечтать мужчина. Извини, я не смог прийти, как обещал, возникли проблемы. Не волнуйся, но следи, чтобы никто к тебе не забрался. Если с тобой что-нибудь случится, хоть что-нибудь, только свистни, и я буду у тебя. Так, он будет у нее, у тебя, у нее, в смысле. Все, пойдемте дальше. Мочить преступников, блядь. Сука, фонаря-то у нас нету. Вот это жаль. Где? Где сволочи, блядь? Выходите на меня все, блядь. Снайперка, что ли? Типа того. С глушителем. А, слушайте, я ведь помню. Тут, по-моему, пистолеты будут с глушителем. Можно будет по-тихому. Сейф. Патроны для дробовика. Охуенно. А где дробовик-то сам? Надо бы сам дробовик еще найти. И, честно сказать, я даже не знал, что сейф-то откроется. Какие-то чертежи, видимо, тут не только склад оружия, а изготовляли его здесь. Баба, блядь. Хватит трепаться, кончай с ней. Куда кончать, ты чё? На нас же напала эта шпана, вы их перебили. У меня нет к вам претензий. Слушайте, я работаю на Владимира. Ни на кого ты, крошка, не работаешь. Что вам нужно? Мы можем... Полиция, бросить оружие. Как, блядь, так-то? Ты чё? О, на нахуй! Как и все плохие события в моей жизни, это началось со смерти женщины. И я не мог ее спасти. За ним, не дай ему уйти. Блять, ёпты, блядь. Сука, что-то как-то они неожиданно больно выпрыгнули на меня. А кто это пиздец-то? Давай автомат-то мне, ты чё? О, УЗИ дали. На какая кнопка-то? Четверочка. Ну вот, судя, это будет поинтереснее. Обрез. Есть дробовик у меня, отлично. Какая кнопка? Три? Да. Вот дробовик-то мне больше нравится. Как бы всегда, во всех играх дробовик, блядь, ру... О, аптечка. И более... патроны для беретты, более утоляющие. Всегда во всех играх рулит дробовик, блядь. На ближних дистанциях. А нахуй! Куда тебя взять, блядь? Дурила, блядь, куда ты сунулся? Против дробовичка-то, блядь. Если, блядь, что, с первого патрона не сдох? Ах ты, сука. Более утоляющее у нас одно, к сожалению. Патронов у нас 14,2 в стволе. БК для билета полон. Патронов, конечно, маловато для дробовика, ну ладно, что. Сохранимся. Куда нам идти-то, блядь? Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ох, блядь! Как, сука, меня съебнули-то? F9. Я, ладно, хоть вовремя сохранился, действительно, да. Здесь, скорее всего, лучше дать пистолет возьмем. У него... Ой.
дальность, дистанция. Дальность дистанции-то у него побольше, я бы сказал. Все, готов. Троих завалили. Эх ты, сука. У нас лечилочку надо взять. Так, что мы тут имеем? Он не сдох, что ли? Я не пойму. Погоди. Ух ты, блядь. У нас другое оружие теперь есть. Вот такое. Вот это, наверное, покруче будет. Все, пойдемте теперь вниз, наверное, надо будет спуститься как-то или чего. Ну давай, давай. Наконец-то. На, нахуй, на, на. А, это баба наша. Мона Сакс. Мона Сакс. Мона? Макс. Нам пора перестать встречаться таким образом. Чё она сказала? Пора перестать чего? Что-то я, блядь, прослушал. Беретта полон. Ну и чё, куда-то убежала, сучка? Остановите его! Остановите! Остановите, Витя, блядь, надо выйти. Где вы? Чё-то я вас не вижу никуда. Ага, вон он. Тихо. Блять, попадают эти суки. Сдохли, что ли? Да ладно, блять, как так-то на? Куда они делись-то? Или я в натуре их замочил? Чё-то... Хуйня. Фантастика какая-то, блять. Ух ты. А как мне спуститься-то, блять? Вы чё? Дверь закрыта. На лифте, что ли, тогда? Давайте дробовичок тогда возьмем. Тут я помню, постоянно подыхаешь, блять, еще что-то. Если ты думаешь, что тебе ничто не грозит, это просто самообман. В лучшем случае ты просто умер. Молния может оживить тебя без предупреждения. Подыхаешь, воскресаешь, блять, и вот так всю игру, блять, я помню. Ну, не очень простая игра. В плане того, что... Подкрепление прибыло, но уборщики уже удирали со всех ног. В плане того, что здоровья очень мало, хпшки. Так, подкрепление прибыло у нас, да? А где оно? Вроде бы. Ох ты, блядь. Смотри, смотри, что делает. Блядь, хуя себе, дробовичок-то неплохо себе дает о себе знать. Ой-ой-ой. Сдох? Замочил я его или нет? Что-то непонятное, блядь. Куда-то они съеб... Ух, блядь, коробки. Смотрите, видите, даже коробки, блядь, сбиваются. Да. То есть раз его толкнул. На. Все, на то время, говорю, действительно, игрушка опередила немного в свое время. Блядь, ох, нахуй. Погоди, кто по мне валяет-то? Вон они, суки. Стоять, блядь! Именем закона! Здесь я, закон, блядь! Ой, блядь! Езжай, Кауфман, езжай! Кауфман, блядь! Ну ты чё, блядь, давай, попади уже! Баба нас спасла! Она в морге вот лежала, эта баба-то! Детектив Уинтерсон! Точно, блядь! Черт подери. Слушай, мы все-таки вместе работаем. Плохо работаешь, Пей. Ее убили у тебя под носом. Халатность, вот что это такое. Я старался вести себя профессионально. Но все изменилось, когда подошел тот лифт, открылись двери и появилась Мона. Энни Финн изготавливала оружие и торговала им совершенно законно. Хозяин склада Владимир Лем. Там были три силы. Во-первых, те трупы, связанные с русскими бандами. Работодатели Финн. Во-вторых, мафия. И, наконец, это публика в комбинезонах уборщиков. Они говорили про какого-то Кауфмана. Гнусная история. Причем худшая впереди. Не нравится мне это. А мне тем более. Пейн, возьмешь этот бред.
Уинтерсон, тебе убийство Себастьяна Гейта. Мечта газетчиков. Сенатор? Уинтерсон была идеальным детективом. Образец для подражания. И бравура это знал. Нам повезло. Есть свидетель. Она стояла за моим плечом, шепча советы. Я не хотел ее слушать. Уинтерсон подозревала Мону. Я не стал говорить, что ее видел. Решил их запутать. Может, из-за того, что она осталась жива, когда все вокруг умирали, я меньше чувствовал себя виноватым. Аппарат детектива Уинтерсон? А ну дайте сюда. Ваш кавалер. В компьютерных досье не нашлось ни фирмы «Чистка до блеска», ни Кауфмана. Кауфман, блядь. Я поехал к Владу узнать, что он скажет. И сообщить про гибель Энни Фил. Влад купил старый клуб «Рагнарёк» и собирался устроить там модный ресторан «Водка». С появлением Моны что-то сместилось, начался психоз. Я был рад ей, но до ужаса боялся, что оставшееся в прошлом зло снова настигнет меня. Влад! Макс! Сос! Тут плохие парни с большими пушками. Меня окружили в холле. Мне нужна помощь. И чем быстрее, тем лучше. Нужно было как-то добраться до Влада. Я не мог ждать. Дело начало выходить из-под контроля. Я вошел через заднюю дверь. Блять, вот... Из углов вставали воспоминания о первом визите сюда. Под свежей краской чувствовался запах плесени. Дамы и господа, позвольте представить вам Макса Пейна. Он первый в Нью-Йорке по количеству убитых преступников. Дорогие гости, приготовьтесь умереть. Макс, я бы с удовольствием вышел встретить тебя, но я сейчас немного занят. Я прячусь под столом от пуль. Готов. Спрячу. Сука, вот чё это за тупые америкашки, а? Ну неужели вот они не понимают, что какой, блядь, русский назовёт ресторан, там, клуб? Водка, блядь, да? Водка, нахуй. Это дурдом, блядь, вот чистой воды, нахуй. Ну, тупые, сука. Ух ты, два Инграма. А чё за Инграм? Ух ты, блядь. Инграм это этот самый. Узи. Может его взять, что ли? Да ну нахуй. Ой. Водка, блядь. Это ресторан, знаете, портвейн, блядь, да? Ресторан там, не знаю. Сидор, блядь. В конце концов, блять, идиоты. Кто разговаривал по другой линии? Кто там разговаривал по другой линии? Ну, давай посмотрим. Крошка, не волнуйся. Я выкручусь, как обычно. Когда это я не выкручивался? И тут Макс. Ты же знаешь Макса. Я тебе позвоню потом. Я люблю тебя, крошка. Влад настоящий джентльмен. Успокаивал свою подружку. Ясное дело, не Энни. Может, это... Чё? Тик-тик. Может, это детектива он успокаивал-то? Нашу напарницу, которая коньки отбросила. И чё, всё, что ли, здесь? Погоди, я с каким оружием-то бегаю? Стоять. Я дробовичок хочу взять-то, если чё. Значится, тут тупик, тупик. А куда нам бежать? Чё-то я не пойму. Не въеду, не возьму никак я в толк. Или тут ещё, а, тут ещё есть лестница, ещё на этаж выше. Ух ты, блядь. Ух ты, толстый хуила. Перезарядил уже. Сохранялочка. Так, надо выглядывать поаккуратней. У него что, пистолет был так? О, блядь. Друзья. Ой, блядь. Тут кто, блядь, против кого? Майк Ковбой. Кто против кого играет-то, блядь? Хуй поймешь. Так, Майк Ковбой. Да?
То есть Майк ковбой. Осторожнее, это игрушка. Пойдем вытащим твоего босса, пока он нас до смерти не уболтал. В атаку! Это, видимо, он свой, да? Сука. А я по нему ебанул, блядь, с дробовика, блядь. С плеча, блядь. Ну ладно, хуй с ним. Наверное, выживет. А тут уже всех убили, судя по всему, да? Кого тут спасать-то, блядь? Они сами напросились. Ты просто иди по следу. А, ладно. А мне бы тут аптечки какие взять или еще что-то. А, значит, этот Макс ковбой-то уже... Ой, блядь. И чё? Все, сдох Макс ковбой-то. Уинтерсон ухитрилась бы сделать это красиво и аккуратно. Логика подсказывала, что подкрепление уже должно быть в пути. Кто-то наверняка слышал выстрелы. Логика, как обычно, лгала. Логика, блядь. Так, патроны, блядь, мы тут набрали. Для Ингрена, для всего. Граната даже есть, обрез. Погоди, у нас обрез тоже есть, да? Бля, калаш, нахуй. Вот это сила, блядь. Сука, 15 патронов только. Жаль. Ну, тогда походим с дробовиком. С помповым ружьем. Если кому-то не нравится слово дробовик. А мне нравится. Ой, блядь. Ты чё дверь-то закрыл, придурок? А я хотел по тебе шмальнуть. Ну, сука, ты сыкло, блядь. Сыкливые, блядь. Где? Ох ты, сука. Блядь, я что-то там повредил. По-моему, что-то нужное. А, это автомат какой-то. Кофейный, что ли? Для пепсиколы, блядь. Хуй знает. Так, стоять. Блядь. Все, сдох? Нет, нихуя не сдох. Ах ты, мразь. Где? Ай, блядь, суки, вы еще тут. А, блядь, ёпта. Стой, да кто по мне валяет-то? Вы что, охуели, что ли? А где слазить-то здесь? Еще аптечку давай возьмем. Вон, еще бежит. Ёп твою мать, вон еще. Готов, нахуй, пустынный орел. А чем пустынный орел? Так, это обрез, нам обрез не надо. Пустынный орел, две беретты. Пустынный орел, наверное, он мощнее просто, блядь, гораздо. Да. Давайте пока с дробовичком все-таки походим. Коктейль Молотова, блядь, ты мразота. Ах ты, сука. А как гранату кидать? Чё это я взял? Калашников? Бля, пустынный орел, блядь. Пустынный орел, ничего такой. Так, может быть, с Ингреном походим? Пока что. Потому что патронов к нему навалом. Действительно навалом просто. Одевать некуда. Более утоляющие. Отлично, блядь. Сколько у нас аптечек много. Давайте полностью вылечим. Ну, не полностью, но почти полностью, ладно. Так. Ой-ой-ой-ой, ах ты, сука! Блядь. Замочил. Вот ты хуила, блядь, а? Стоптанная. Ладно, я хоть вот прямо здесь загрузился, нахуй. Знаю я, что сейчас мы сделаем. Мы сейчас вот это вот сделаем. Гадость, блядь. Чувак. Я вообще-то не то хотел сделать-то, блядь. Погоди, я не то хотел сделать, если честно. Я хотел вот это вот сделать. Ну, вот так хоть получше немного. Блядь! Подох? Подох, наверное. Макс, друг мой, мне, конечно, весело. Тебе весело? Рад за тебя. А?
Несказанно рад за тебя. Где это хуило? Блять, по мне кто-то валяет уже. Ох ты, сука. Где еще? Или он один был? Нет, он не один, вон там он ходит. Вон он, сука, ходит. Блять! Да где ты, мрвясь? Ёбаный Ингрен, нахуй! Давай, блядь! Ну ты попадать-то будешь, что ли, нет? Сука, иди нахуй. Ух ты, блядь! Где, сука? Влад не мог дольше держаться. Может быть, уже было слишком поздно. Может. Слушайте, блядь, что-то мне не нравится этот Ингрэм ебучий. А вот пустынный орел-то, мне кажется, куда более интересная вещица. Беретта, блядь. А здесь что у нас такое? Здесь... Ой, блядь! Охуеть, не встать. Я надеюсь, нам туда не надо. Хотя, скорее всего, нам туда и надо. Так, где у нас тут что? У нас тут нет ничего больше, никаких аптечек, ни хрена. Типа, а что такое, блядь? Дорога в никуда, нахуй. Как-то, блядь, замедление-то. Раньше по-другому оно вроде как работало. Ой, блядь, не то. По-другому работало-то, блядь. Я всех сейчас разъебеню, нахуй. Охуенно. Ох, блядь. Как я так сделал, блядь? Ну-ка. Хуй знает, не знаю, как так получается, блядь. Как тут такое, такая движуха. О! Такая движуха. Ладно, аптечка хоть нормально дают. Пока что. Чё ещё здесь у нас есть? Больше нихуя, по-моему, что здесь нету. Пойдемте дальше. А это что такое? Ингрэм. Опять Ингрэм, который нам, в общем-то, блядь... Чё-то мне не понравился этот Ингрэм. Какой-то беспонтовый, блядь, пуколка. Да. А, блядь! Пуколка в натрю. Да где, где? Ах ты, сука, вон, я вижу тебя. Эс, блядь. Да как так-то, блядь, а? Ну-ка. Надо сейчас, блядь, дробовик, что ли, взять. Или калаш не будем брать, конечно. У нас 15 патронов всего. Да. Ну, давайте, блядь, этого ебаного Ингрэма возьмем. Сохранились, побежали. Есть. Готовченко. Где еще? А где еще-то один? А, вон он бегает, внизу. Ты че, блядь, тормоз? Как он так сделал? Где? Ах, суки. Блядь, там он не один. Так, есть готов. Один готов. А еще один, еще там два их там целых. А я думал, что-то... Блядь, ёпта мать. Аптечка. Стой, не бей меня, я еще не вылечился. Хопа. Ага. Так. Ёбнули. Так. Ну все, вроде здесь всех переебенили. Куда нам надо, непонятно, но это и не важно. Нам сейчас бы аптечку еще найти, целую кучу. Так, гранаты. Три аптечки у нас в запасе. Ну, хотя и три-то неплохо, блядь. Три больше, чем ноль, блядь. Ой-ой. Блядь, видите, я в упор, блядь, не в упор, я прям в него же стреляю, вижу. Где еще? Стоп.
Ну-ка, сохранялочка. Где, суки? Ага. Сдох. А где еще? На втором этаже, что ли? Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. На третьем? Блять, да где? Где, сука? Ой-ой-ой. Все, мне сейчас мочканут. Блять, да их там сколько много-то? Все, сдох нахуй. Ёбнеры. F9, блять. Сдавайся, Винни, блядь. Сука, здесь тупик, блядь. А где, как мне на второй этаж-то? Блядь, ты тут еще на... На второй этаж-то как мне подняться, блядь? Ну, охренеть, блядь. Коробки, может, по коробкам как-то? Все, я сейчас сдохну опять. По мне валяет и валяет, валяет и валяет. Все, сдох. И как бы он восстанавливаться-то не хочет. Да? А, нет, потихоньку здоровье все-таки восстанавливается. Ну прям вообще потихоньку, блин. Ладно, ребят, давайте продолжим в следующий раз. В общем, игруху пройдем. Как бы ностальгия все-таки, как-никак. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо всем за просмотр. С вами был Фокс Малдер. До новых встреч и всем пока.